Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Королеву Червей. Поехали. Так, у нас прогресс 19% всего лишь, и пятая миссия. Очередная царица Роя, с которой вы будете сражаться. А вы чего ожидали? Да ничего. Уровень пятый. Так, ну что, давай сразу же. Эй, я тебя прикончу. Это плохо, ты плохая. Как ты делаешь этот смайл? Это не смайл, это злая улыбка. Пофиг, как ты его делаешь? Больше, двоеточие, скобки, закрывается. Ты втираешь мне какую-то дичь. Знаки такие на клавиатуре, глупая. У меня нет клавиатуры. Я даже не знаю, что это такое. Ну, отстойно быть тобой. Ну все, я тебя прикончу. Ты втираешь какую-то дичь, это, ребята, этот. Так, яйца когтистых личинок теперь можно улучшить до яист жукомерок. До яиц жукомерок можно улучшить. Окей, посмотрим потом, что это за улучшение. Так, давай сделаем вот здесь вот улучшение. Так, ваше общее количество сборщиков плюс 3. Да я понял, что можно улучшить. Что ты? А как это улучшение? 75. Что-то как-то дорого. Так, а это тут, да, находится? Ну что, давай, наверное, потихонечку начнем делать армию. Чем быстрее. Ага, а он смотри, что сделал. На-ка. Блин, много плевунов, ребята, много плевунов. Фига он там заплевывает нас. Блин, 50 не хватает. Я не могу. Так, ну если он подойдет сюда к нам поближе, ну, естественно, ребята, будем атаковать. Так, а здесь такого... А здесь никого нам не надо. Блин, фигово, ребят. А этих выпускать тоже нет смысла, они... Блин, что, плевунов на плевунов, что ли, выпускать? Пока я только такой вариант вижу. Плевунов на плевунов выпускать. Да, что-то нас тут... Что-то нас тут вообще колбасят. По-черному, я тебе скажу. Так, мне надо, знаешь что? Мне надо, наверное... Оу, это еще что за... Блин, 75 надо. Это-то еще кто такие, а? Тоже типа... А, ну они массово, ребята, бомбят. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот оно что. Ага, они воздушные цели не бомбят, ребят. Воздушные цели они не бомбят. Или бомбят, бомбят все-таки, бомбят, ребят. Твою
Ее налево сборщиков, что ли, блин, больше брать или что? Как бы у него все равно, ребята, идет преимущество. Меня вот это бесит, что у него идет преимущество перед моей армией. У него всегда на усовершенствованные это идут мобы. Че, это справедливо, что ли? Я не могу понять. Конечно, нет. Ну, вот он так делает, блин. Так, мало как-то, маловато, блин. У него массовые плевки, ребят, идут. Просто массовые плевки. Секешь? Он идут. Я даже не могу, не успеваю, ребят, подойти. Я просто не успеваю, даже личинку не успеваю, ребята, переманить. Нормально? Вот это вот нормально, по-вашему? Что здесь происходит? Я думаю, что это ненормально, друзья. Это совсем ненормально. Вот эти, конечно, это, ну, это вот что такое, ребят? Они просто массово, они массово заплевывают моих юнитов, ребят. Пипец, конечно. Да. Не ожидал, что вот такой вот раскладец тут у нас получится. Опять же, ребята, опять же вам скажу, преимущество именно по юнитам. Именно что у него, смотри, у него массово бомбит, а мои по одному шныряют. Вот и все, вот тебе и весь расклад. Смотри, он вот один этот охламон практически всех моих юнитов почикал. Всего лишь один охламон вот этот вот. Соответственно, как я здесь должен, извините меня, выигрывать? И вот этот сзади плевун остается, ребят, у него. Никакой справедливости здесь нет вообще, ребят. ГГ, я оф. Я не понимаю этих отсылок. Да какие тут, блин, отсылки, ё-моё. Эти отступают, конечно, но, блин. Да зачем же вы так близко-то подходите? Ну бомбите вы издалека, ну... Они... Вот зачем они подходят близко так вот? Я не понимаю, если они дальники, нафига вы подходите близко? Не понимаю я. Сейчас начнут опять тут заплевывать. Давай сделаем так. Вот считай, вот всю армию, ребята, и уничтожили почти. Да, вы, конечно, молодцы. Вы, конечно, молодцы в этом плане, блин.
У меня там здоровье вообще мизер. Ну вот, 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 друзья мои. Вот, элементарный пример. Просто идет заплевка. Массовая заплевка. Как ты тут сделаешь? Да ну это же нереально. Нет, конечно, ребят, ну это... Ну это бред. Меня сейчас базу просто уничтожат. Вот что я тебе скажу. Вот и все. Идет массовая заплевка, и ты здесь ничего не сделаешь. Просто бесполезно тут что-либо делать. Видишь, что делает? Просто заплевывает. По 5-6 снарядов выпускает. Дерись как с ними, как хочешь. Правильно. Этот против меня работает, блин. Ну вот мой, блин, одну плюет, а этот целую кучу, целую армию, блин, выплевывает. Естественно, он так быстрее меня завалит. Естественно, ребята. Он гусеницу, блин, на себя переманивает постоянно. Я не знаю, ребят, как тут. Как тут можно? Трэш. Просто трэш. Вон он там фигачит. Налево и направо. Поливает, ребят. Просто поливает. Всех разбомбил мне. Вон, смотри, смотри, смотри. Смотри, сколько он их наплодил. Ну, это что, это нормально? Вот это называется нормально? Нет, ребят, это ненормально. Это совсем ненормально. Когда вот одной, одним плевком. Ты посмотри. Просто тю-тю-тю-тю. Все, юнит готов, ребят. Может быть, конечно, надо было улучшение сделать. Я имею в виду вот этого. Весьма эффективно убивает врагов, до которых успевает добраться. Так, значит, двигается быстрее, если находится далеко позади или попадает под атаки стрелков. Ну, не знаю, ребят. Но в плане, блин, недостаточно нектаров-то. На это тоже, понимаешь, нужно время. Чтобы эволюция-то это прошла. У меня там... Так, улучшение. Сейчас, ребят, посмотрим, что он вообще хоть из себя представляет. И насколько от него будет толк. Это называется эффективно убивает. Не знаю. Как по мне, не особо эффективно, если честно.
Да он выпускает одного за другим. Ну и чего? Ну, давай, 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 бомби. Сколько вас нужно? Сколько нужно этих жуков мне, а? У меня там здоровье, ребят, вообще мизер. На базе, я имею в виду. Так. Ага. И вот это вот начинается. Вот это вот начинается, ребят. Так. Так. Неужели что какой-то прогресс у нас пошел? Так. Правильно, мелких этих тоже надо гонять. Ага. Ну вот, ребята, наконец-то хоть что-то у нас тут пошло в улучшение. Начали мы его тут прижучивать. Надо было все-таки вот этих вот сразу выводить. И было бы все намного проще, как ты понимаешь, да? Я думал, что от них толку никакого не будет. Но оказывается, видишь, от них толку очень много. О, да. О, да. Сложно было, базара нет. Тут даже, видишь. Так, открытая новинка для дальнейших уровней. Метатель. Улучшение плевать. Ага, улучшение плевателя силен против скопления слабых или низкоуровневых бойцов. Может поражать летающие цели. Это я уже понял. Это, друзья, я уже понял. Теперь у вас есть несколько типов бойцов. Вы можете начать тактически подходить к решениям. Но некоторые царицы Роя не любят тактику. Они просто любят взрывы. Это еще что значит, любят взрывы? Эй, ты! Что? Ты ужасный пример для подражания для женщин. Только и делаешь, что сидишь на своем яичном коконе. Но я не женщина, я царица Роя. А вот видишь, кто теперь захочет стать царицей Роя? Я. Я. Недостаточно нектара. Давай, 25 надо. Так. Еще возьмем. Так, двадцатку надо, да? Двадцатка есть. Погнали. Так, здесь. Плевуна. Так, он что-то хочет уже сделать, я чувствую. Так, и 50 надо. Все, начинает кого? Понял. Так, а мы сделаем вот так. Так, пошла у него армия, ребята. Нам надо тоже подготовиться. Так, два плевуна. В принципе, нормально должно пойти. Три плевуна возьмем. Ну? Что ты будешь делать-то, а? Валит. Давай возьмем этого еще, возьмем летунчика. Летунчик нам не помешает. Против этих вообще топово заходит, ребят. Ну да, конечно же. Так же сделаем.
Угу, угу, нормально. Так, этих улучшать надо. Блин. Сколько? 50, запомнили? 50, ребята. 50. А, 50. Есть. Улучшаем, ребят. Улучшаем. Так, плевуны. Поздно, да? Так, вызываем этих массовиков. Плевунов-массовиков. Так я их называю. Назову. Будем заплевывать их. Так, максимальный диапазон. На! Ага. Не нравится, я понимаю, не нравится. Когда массово заплевывает. Но что-то все равно, ребят, как-то у нас... Блин, что-то все равно как-то у нас дела не очень... Не очень, ребята, идут хорошо. Ну вот смотри, у меня три плевальщика. Ну как? Не понимаю, у меня были плевальщики, меня заплевывали эти охламоны. Я вызываю плевальщиков, меня теперь заплевывает. Как такое может быть-то? Ой, опять эта армия идет, а? Да ты запарил, а? Давай, 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 по ним бомби. Так, нам нужно... Сколько? 75, да? 75. Так, давай улучшать. Нам в любом случае это понадобится. Блин, как они слабы, а? Как они слабо бомбят-то так? Я не пойму. Так, пора, наверное, нам вызвать клешневиков этих. Будем клешнями их бомбить. Ну, как там у нас? Клешневик нормально, да? Нормально ведет себя. Да, хорошо, отлично. Так, у него тоже, ребята, он взял этих медуз вызвал. Нормально, нормально, нормально. Есть контакт. О, ребята, мы уже добрались до базы, до его. Теперь главное не раскисать. Блин, раскисли все равно. Тут надо иметь баланс между и этими, и этими, и тех, и... Ага, и он в меня пульнул, да? Окей. Давай, 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 родные мои. Прижучиваем, прижучиваем. Еще одного слизня сюда поставим. Вот этих бы тоже, конечно, надо было как-то наказать бы. Вот этого плевуна надо... Ой, это мой? Нет, это не мой, это вражеский, ребят. А что они по нему не бомбят-то? Или это мой все-таки? Это мой, ё-моё. Ну, что там у нас происходит?
пока все норм. Держимся. Красивые у тебя бойцы. Что? Зачем ты так говоришь? Обидно было бы, если бы с ними что-то случилось бы. Чего? Что за дьявол, так нечестно? Ты понял? Нормально? Просто взял, взорвал. Ты что, хочешь снова взорвать всех моих бойцов? Нет, у меня была только одна биобомба. Биобомба это. Спасибо, что сказала. Подожди, нет, я имела в виду, что у меня полно биобомб. Не подходи. Слишком поздно. Это была биобомба. Блин. Ты все еще ужасный пример для подражания для женщин. Зато отличный пример для всех цариц Роя. Что-то тут, ребят, не то происходит у нас. Кто меня тут-то... Заколебала ты уже, а? Хм, ну. Так. Еще одного позовем. Так, на помощь. Так, 9, наверное, нам надо еще одного, ребята, поставить сюда, добытчика. Давай еще одного добытчика возьмем. От армии вообще ничего не осталось. А он плодит все. Эти как слабо бомбят. Ну вот серьезно тебе говорю, очень слабо бомбят. Ну что это, ребят? Так он сейчас свою... Ну я так и понял, что он опять свою эту ерундовину. Так, у него мало хп. Мало хп. Так, давай, 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 родные мои. Чикаем, чикаем их. Там база осталась жить-то. На соплюшках живет, одним словом. Есть. Собрать 10 тысяч единиц нектара. Да ладно, что я 10 тысяч уже нектара собрал? Да, вот такой вот, ребята, перелом здесь был. Открыта новинка для дальнейших уровней. Ядерная биобомба наносит огромный урон всем бойцам в радиусе поражения, в том числе своим. Отправляет всех выживших... отравляет всех выживших бойцов, не вредит царицам и сборщикам. Только один раз на уровне. Ага. Так, улучшение 7. Что-нибудь есть? Нет, ребята, только на 8 надо будет. Ионная плазма, емкостное увеличитель напряжения, научные щупальца. Новый боец. Твою налево. Я, кажется, уже знаю, что это будет улучшенный вот этот вот молниевик. Как эти существа могут жить рядом с действующим вулканом? Почему из твердой скалы течет вода? И как эти кальмары летают? Если кто-то спросит, отвечайте научно. Флуктуиративная волна взаимосвязанной наногравитации. Вот так вот, ребята. Коротко и ясно. Эй, красная царица. Что? У меня идея. Давай не будем драться. Не драться, это смешно. То есть, до смешного гениально. Я знаю, я очень умная. Ты правда очень умная? Я тебя убью, съем и сама стану умной. Что? Нет, так не работает. Есть только один способ это узнать. Да нет же, узнать есть много способов. Назови три. Наука, логика. Третья вещь, которая меня не съест. Это как-то сложно. Я для этого недостаточно умна.
Но стану умнее, когда тебя съем. Какая же ты дурища. Это пока. Ам-ням-ням-ням. Да. Дурище. Начнем сразу же, ребят. Дурище, да? Так, 26. Получается. Ну давай возьмем этого. Сколько там у него? 3. Уже 4. Как он так быстро делает-то, а? Так, нам надо будет. Нам надо будет, наверное, вот этих вот улучшить. Ребят, 75 надо. Он уже начинает. Уже начинает. А, нет. 75. Давай, 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 давай. Ну. Ты. Так вот сделаем. Все, он, ребята, уже вызвал. Он уже вызвал двух клещевиков. Ну что так долго-то, блин, делаетесь вы? Поехали. Так вот сделаем. Так, тридцатку, да? Тридцаточку. Совсем другое дело. Совсем, ребят, другое дело. А чтоб знал паршивец, что нефиг на нашу базу нападать. Колоссально. Так, давай-ка я, наверное, еще одного добычка сделаю. Блин, надо было не только добычка, надо было этого заказать. Вот так вот, хорошо. Давай вызовем, нормально. Так, эту бы. А, я еще забыл же, этот же у нас, ёпперс, это 50 надо. Летун-то нам тоже же нужен. Еще творит, еще творит, а? Ну, правильно, правильно, правильно. По-другому и быть, блин, не могло, да? Так, против этих, что у нас там? Сколько там на улучшение стоишь? Тоже 50. Улучшаем, ребят. Трех уже выпустил. Четырех, блин. Так, ребят, пора. Да, пора. Ну давай, давай, давай. Ползи там, ползет как черепаха. Ну, ё-моё. Да ну какого ж лешего-то? Ну вот. Пошло, ребята, дело. Пошло дело. Так, летуна этого надо. 50, блин. Давай сделаем. Ну. Эй, ты, умная, как эти штуки летают? Ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю, может, по волшебству. Ого, это настоящее откровение. Да, типа как квантовая физика и все такое. О-о-о. Я не знаю, как там насчет квантовой физики, ребята, но я знаю, что они больно круто бомбят.
Больно круто бомбят. Так, ну у него здоровье поменьше будет, да? Ну? Да что ты там? Че, спокойно летаю тут? Да ладно, блин. Чтобы его подбить. Очень, ребята, много ресурсов нужно потратить, чтобы его подбить. Очень много ресурсов. То есть, ну прям вообще нереально много. Посмотри. Да. Так, ладно. Мы бомбим, бомбим там потихонечку, ребята. А этот там тоже порождает. Нет, ты для меня слишком умная. Нормально? Что он сделал? Сейчас мы тут тоже изданем. А, я и своих же уничтожил, да? Так. Тактическая ядерная боеголовка. Достижение. Получили. Так, давай еще. Еще. Так. На них не действует, что ли, это? Максимум сборщиков. В плане максимум. Всего 12 штук у меня максимум. А, все, ребята, 12 это максимум количество. Представляешь? Сейчас мы уничтожим. Е-е-е-е, ребята. Захват пустыни. Мы это сделали с вами. Открыта новинка. Грозовой кальмар. Улучшение молниевиков. Может выдержать несколько попаданий, но лучше всего действует против тех, кто не может отстреливаться. Вот так вот, друзья мои. Улучшение. Яд нейротоксин перезаряжается на 2 секунды быстрее. Ваши сборщики создают еще быстрее, если у вас их меньше 4. 20% здоровья царицы. Так, пока у любой царицы ниже 50% здоровья, все ваши бойцы получают натиск. Двигаются быстрее, пока находятся позади. Я даже не знаю. Так, пока у любой меньше. Блин, что же делать-то? Когда вы создаете бойца. Ну, даже не знаю. Давай, наверное, так сделаем. Убийство это весело. Юридическая оговорка. На самом деле убийство это ужасно. У него будет опять новый. Это изображение не имеет ничего общего ни с чем. У него опять появится какой-то, блин, новый юнит, ребята. Всегда у него появляется новый юнит. В общем, пустыню мы с тобой захватили. Привет, ты не против, если я тебя убью? Против. Не надо меня убивать. Да ладно тебе, я немного. Нет, уходи. Прекрати. Так, хорошо. Сколько у него? У него тоже уже 4. Так, и вот уже 5-й начинается, ребята, долго-долго делаться.
Пятый начинается долго-долго делаться. Ну что, начинаем потихонечку. Нам надо брать сразу же преимущество. Преимущество, и поэтому... Пока у нас там копится... Блин, он уже вызвал. Ё-моё. Твою налево, не даст ведь, а нормально, спокойно, блин. Давай, ребята, этих выпускать. Плевиков. Плевунков, плевиков. Конечно, нам нужно еще и прокачать 50. Так, он меня что, решил этим, что ли, задолбать? Видимо, да. Так, плевунка возьмем. Так, использует нейротоксин 50 раз. Ну давай, плевун, делай свое дело. Браво, я, который ты умеешь. Ну ты серьезно, а? Вот, совсем другое дело. Так, ладно, ребят, нам... Блин. Давай, заплевываем. Нам нужно 70, да? Нам нужно 70, ребята, 75. Есть контакт. Пошло улучшение. Так, он все этими кальмарами нас пока пичкает. Ладно, пока, я думаю, выдерживать будем. Так, пока нормально все идет. Так, сколько? Блин, 50. 50. Есть контакт. Давай. Поехали. Пора потихонечку приходить. Значит, тебе нравятся дальнобойные бойцы, да? Этому малышу они тоже нравятся. Оу! Чё? Подожди, да какая боеголовка? 60, блин. Фига себе. Срочно. Фига, он жирный. Ну тут только эти могут им противостоять. Ё-моё. Оу, щит. Так, хорошо, всыпали. Сейчас посмотрим, как этот будет, ребята, бомбить их. Пока не пойму, как тут. Ну, слушай, ну этот держится молодцом. Молодцом, ребята, держится. Конечно, они сейчас его зафигачат. Ага. А там что? Ей-ей-ей-ей. Слизнячок один старается... Так, эти мои туда прошли. Хорошо, красавчики. Блин, надо еще, наверное, делать. Так, что у нас там происходит? Ну, что они там мельтешат-то? Бейте вы! Как ты заколебал, а? Блин, опять он выполз, а? Опять он выполз. Бьет электричеством каким-то.
У него тоже массовая атака, блядь. Он бьет электричеством. Блин, это бесполезно сюда бросать. Тут нужны и плевуны, и когтистые вот эти вот. Как-то вот так вот получается у нас. Видишь, они вдвоем, они просто завалили ребят его. Давай, 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 помогай. Правильно, заплевывай. Он еще вызвал, блин, с десяток. Так, у нас обмен, типа, да, произошел. Заплевываем, заплевываем, заплевываем их. Фига он там наплодил их, сколько их, своих кальмаров. Есть. Так, ребят, здесь у нас двое наших пинаем. Блин. Не достаю. Ну этот дорого стоит, летун. Блин, надо, ребят, так сделать. Ой-ой-ой-ой-ой. Как отменить? Эй, блин. О. Я хотел сказать, вот, вот, пускай он один здесь будет. Слишком, ну, слишком накладно, ребят, получается. Да. Да, лучше по 30. Так, давай еще одного сделаем, 12, чтобы максималка была. Есть, порвали этого. Я еще вызову. Так. Давай вот этого летунчика. Блин, ну как он бьет? По всем бьет, по 4, ребята, урона. Конечно, это фигово, ребят, урона наносить столько. Этого запинывают там, моего бедолажку. Ага. И сразу же в ответку. Сразу же, ребят, в ответку летит, блин. Только я сделал. Все, моментально, блин. Все бросает, все, сразу начинает атаковать, блин. Хлыщ. О, по-моему, у нас. По-моему, у нас ребятушки тут смещают. Все идет к этому, да? Все идет к этому, блин. Твою налево. Давайте, давайте, давайте. Вот, вот этих кальмаров, блин, уничтожайте вы. Несчастных этих. Блин, правильно, а что не бомбануть-то? Как они слабо бомбят твою налево. Типа, он вообще великолепно бомбили. Ладно, пора летунов призывать. Это не дело, ребят. И он вот сразу же выпускает. Сразу же, ребят, выпускает, выплевывает. Давай, 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 кальмарчики мои, летим. Жаривайте их тоже током, током их бомбите. Может этого взять, гигантского большого одного? Фигня полная, да? Как ты заколебал, ну серьезно, а? Да, долго-долго тут. Я уже обо всем жалею. Так они быстро. Блин. Почему я не могу вот этих вот
бомбануть нормально почил. О, опять попали там мои ребята в передрягу. Опять попали в передрягу. Так, сколько их там? Он один, да? Кальмарчиков вызываем. Вот он сразу начинает плодить этих кальмаров. Армию целую, роту, ё-моё. Есть. Размазали, размазали, ребята, размазали. Так, остаются кальмары. Плевуны. Так, вы давайте тоже базу ему клещами своими маленькими. Чикайте. Есть. Ёк-макарёк, ребята, отлично. Да еще и на 3 звезды. Что может быть круче? Так, открыта новинка для дальнейших уровней. Танк. Улучшение когтистых личинок. Поражает выстрелами до 8 случайных наземных бойцов или снарядов поблизости. Силен против стрелков. Такая вот, ребята, кутерьма. Ну что, друзья, на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!